Вы смотрите канал улицы Москвы. Ну и вот, как продолжение улицы Хабарова, улица Солнечная, находящаяся уже на территории микрорайона Град Московский. Вот, одноименного поселения Московский, входящий на территорию Новой Москвы. Здесь, я понимаю, какая-то агрофирма располагается, вон теплицы, что-то выращивают. Ну, похоже на теплицы. Вот. Ну и улица Солнечная, собственно, проходит здесь вот по краю микрорайона еще. Парковка также располагается, мы видим. Ничего тут солнечного особо я не вижу, где мы побывали. На улице с таким названием можно вспомнить Солнечную аллею в Зеленограде. Ну и станции Солнечные в районе Солнцева. Такой, конечно, я как понимаю, это бюджетный достаточно микрорайон, такой Град Московский, который на отдалении от Киевского шоссе. Ну, посмотрим, прогуляемся по этим улицам. Вы можете составить свое впечатление о микрорайоне. Вот уже сами. Но здесь, конечно, так вот эта улица выглядит. Ну, промзона, наверное, поэтому. Ну, там тоже видим дома, опять-таки, вот этой массовой серии P44T, то есть тут не какой-то там комфорт-класс, я не знаю, тем более не бизнес. Такой вот райончик для тех, у кого не хватило денег купить что-нибудь поближе. Вот ТЦ «Радуга» здесь располагается. Есть, да, и такая улица Радужная тоже. А вот это мы сейчас перешли, называется улица Московская. Улица Московская. Так, ну Солнечная, понятно, тут промзона. Грубо говоря, пойдем свернем, да, сюда, на улицу Московская, потому что, я думаю, сейчас я... Так, да, свернем на улицу Московская. Там, кстати, вот за тем лесом будет станция метро «Филатов Луг», но до нее, конечно, далеко. Там километра 4, наверное, будет. Этот лес, я имею в виду, который дальше туда. Ну, видно, такой эконом-класс, конечно, микрорайон. Вот это, по типу что-то пешеходной дорожки. Ну, можно заглянуть, да, сюда тоже. Если здесь есть вот где прогуляться по этой улице. Ну, на самом деле, много где, наверное, есть еще улицы Московские в Новой Москве, на территории ее присоединенных территорий. Масло масляное, ну ладно, вы меня поняли, короче. Ну, такая у нас прогулочка в данном цикле выпусков, как вот по Внуково прогулялись по микрорайону Московский. Я думаю, ставьте лайк, кто здесь живет. Пишите свое мнение о микрорайоне, как Московский, так вот и Град Московский. Что вам здесь нравится, что не нравится. Так.
Будет улица Радужная дальше.